Минчане несут цветы и свечи к посольству Ирана в Беларуси, чтобы почтить память погибших при крушении вертолета президента Ибрахима Рейси. На здании дипучреждения приспустили флаг. Так в дипломатическом протоколе принято выражать скорбь. Прошлая ночь была очень сложной для иранского народа. Все молились за нашего президента, его сопровождающих лиц и чиновников. Но, к сожалению, это была судьба, они погибли. В Иране есть пословица «настоящий друг познается именно в беде». Для нас очень важно, что белорусский народ был с нами не только в хорошие дни, но и в такой тяжелый день, как этот. Переживает не только иранский народ, но и белорусский, потому что действительно дружественные отношения с этой страной, оно является очень важным для наших народов. Поэтому особенно в трудном мы прекрасно понимаем, когда хорошее, мы радуемся успехам, но особенно в период трагических таких событий мы должны быть вместе, поддерживать, и мы искренние соболезнования выражаем всему иранскому народу. В дипмиссии выразили слова признательности и благодарности всем белорусам, которые разделяют боль иранского народа. После похорон в посольстве будет открыта книга соболезнований.